Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в зомби, растения против зомби, и мы остановились на прошлой серии такой интересной игры. А здесь можно что-нибудь посадить, кого-нибудь еще растение у меня, смотри. Я предлагаю поставить сюда орешков побольше, чтобы зомбики не прошли. Так, 150 монет у меня осталось. О-о-о! Ничего я тут не куплю, да, больше? Ну ладно. Поехали, посмотрим. Посмотрим, как мои ребятушки растения справятся с этим заданием. Да, вот я вот здесь не сильно эффективно поставил вот этого огненного. Огненного, не знаю, это что такое. Это пенек, который горит. Но шарики вот эти огненные прям хорошо уничтожают зомбиков. Ага. По деньгам мне 5000 монет. Так, давайте еще собирать. Я не знаю, почему они сюда переместились. Они сюда были справа. Ой. Так, зомбарей прям много-много-много становится. Сейчас за эту волну мне дадут, я так понимаю, много. Прям много-много должно дать мне монеток или солнечных лучиков, да? Солнечной энергии. Ну а мы будем ждать. Вниз, мне кажется, надо будет посадить побольше. Пускай огнем стреляем, да. И сюда нужно еще орешек посадить. Ага. Вот мы сейчас посмотрим. Сейчас они тут орехи доедят. И, в принципе, можно будет посадить еще растения, еще орешки. Вот я думаю, я тактику, я пока обдумываю тактику свою, что ж, кого надо будет, как лучше это сделать. Ну, огненные прям вообще красавчики. Так, скорее всего, вниз я тоже огненных поставлю. Угу. Потому что внизу прям подгели всех растений. Так, ну и будем монетки собирать, эти маленькие. А монетки нам нужны, чтобы покупать у Дэйва в грузовике всякие мини-игры и всякие приблуды для растений. Они потом появятся обязательно. Все, последний зомбарь остался, сейчас его добьют. Давай. Ну вот замораживателем, блин, ошибся с этими замораживателями. О, отлично. Так, хорошо, что за там у нас другие будут зомбики? Ага. Такие же самые зомбари практически. Может, только их больше стало. А мне нужно будет вот сюда двойных посадить. Раз. И еще посадить нужно будет вот сюда вот так вот. И орех сюда посадить. Все. В принципе, больше денег нету. Ладно, поехали. Так, ну снизу у меня прям хорошая защита будет, я смотрю. Прям замечательно все. Огненные прям вообще атас уничтожают. Быстро прям. Так что на низ я могу вообще расслабиться. Там всех будут уничтожать. О, бежит. Смотри, как я быстро уничтожу сейчас. Огненными. Огненные шары, да? Горошки. Тут горох. Это все горох летит. Ребята, кто любит гороховый суп? Вообще, кто любит горох? Пишите в комментариях. Любите ли вы гороховый суп? Потому что здесь, если ты смотришь эту игру, а здесь очень много гороха прям летит. Угу. Ну вот, конечно, может быть, не взаимосвязано все. Любишь ли ты гороховый суп и любишь ли ты игрушку зомби, растения против зомби? Так, ну что же у нас тут происходит? Они съели орех, слушай, они орех съели. Блин, вот плохо. Так, вот у меня можно еще такой удар молотком можно, да, кого-нибудь стукнуть? Кого стукнуть? Так, вот этого стукнуть. А что, я больше не могу никого? Нужно подождать еще. Ёлки-моталки. Прям толпа такая большая. Ну, я не знаю просто. А откуда они взялись вообще? Они все тут пожирали у меня. Все орешки. Ой-ой-ой-ой-ой.
Вот это прям бежит, мне не нравится. Прям она летит. Да. Так, сюда нужно этот посадить. А на последние деньги. Картошку. Так, они ее сейчас съели. Вообще легко, вообще в лед. Они просто взяли и сожрали. Так, вот этих давай, вот этих бить. И вот этого еще, вот этого. Так, что, у меня все закончилось? А, ждем еще. Кувалдочки. Кувалдочки закончились. Да. А ё-моё, сожрали. Да ёшки-пашки, они всех сейчас нет. Вот эту линию они сожрут. Ну ладно. Прям, я не знаю. Прям большая такая толпа налетела. Блин. А тут же, у меня нету защиты здесь никакой, да, получается? Блин, да. Ладно, съели да съели, ничего страшного. Давайте поиграем тогда просто в следующий уровень. Третий у нас ночной. Давайте мы его откроем, поиграем. Так, Дэв что говорит? Слушай, что-то там... Тебе нужен седьмой слот? Да. Он стоит 5000. Позови, если что. Да, 7000 стоит. А у меня только 5. Она, купим потом слотик обязательно. Так, кого нам нужно садить? Обязательно вот этот грибочек, потом второй вот этот идет, потом идет вот этот. Давай вот этого новенького посмотрим. Так, двойные. И что еще? Что такое? Бомбочку обязательно. Ну, можно еще вот этот пожирателя. Ну, давай пожирателя возьмем на всякий случай. Все, пошли. Так, что у нас тут? 7 слотов у нас. У нас 7 слотов. Это я, получается, купил слот у него, да? Подожди, а где мои деньги? Блин, тут не... А, вот, 4700. Нет. Наверное, нет. Я не знаю, откуда он взял мне 7-й слот, откуда взялся. Я его вроде бы не покупал. Ну что ж, давайте сюда посадим грибочек. Пусть он работает, пока стреляет. И обязательно вот этих посадим. С солнышками, с желтенькими. Желтенькие вот эти вот. Грибочки. Так. Еще сюда. Есть. Сейчас вырастут грибы и будут большими. Как раз. Так, один сюда. Сейчас пока эти грибочки посадим. Так, будем двойную, да, делать две линии грибов. Так. Ну, это как бы начально, они не должны быть сильно сложными уровни. Я не помню. Они не сильно сложные. Потом интересные будут уровни с бассейном. Вот мне с бассейном нравится больше. Только там минус, что ничего не видно, там туман. А вот днем прикольно. Да, и ночью можно в тумане все увидеть. Сожрет он или нет гриб этот? Сожрал. Ну, далеко он не ушел. Так, знаешь, что мы сделаем? Гриб сюда посадим. Блин, я вообще-то сюда сажал, а он почему-то сюда его посадил. И такого посадим, который будет съедать. Ух ты! Это что за мутант такой, а? На тебе большой грибочек. Сейчас тебя отдует. Он огромный. Стреляет хорошо. Пройти этот не должен. А вот эти надгробные плиты как убирать? Кажется, там еще какой-то есть гриб или что-то такое, что съедает надгробные плиты. Я не помню, как он называется. Но какая-то такая штучка есть. Блин, смотри, а. Может, сюда нельзя, типа... Я не знаю, сейчас я проверю. Сейчас восстановится этот орешек. Попробуем посадить его сюда. Так, большой. Ну, давай сюда его посадим. О, начали грибы расти, наконец-то. Грибочки. Так вот, берем орешек. Все, садится. А просто аккуратнее садить их.
Хотя этот жрун, он не очень эффективный. Потому что он один раз сожрал, и все, и он сидит. Ничего не делает. Это малоэффективный такой, как бы. Мне не очень нравится. Мы его не будем больше покупать, брать с собой. Что я смысла большого не вижу. О, эти, блин. Как не зря. Не кстати, они начали появляться. Мне нужно срочно орех посадить. Наверх. Либо двойного. Еще горохострела. Так, эти сейчас мой орех сожрут. Так, жрет его, смотри, а. Так, а здесь вот эти вот не стреляй. Давай этого стреляющего посадим. Он тоже, у него защита стоит. Вот это мне не нравится. Давай его взорвем. Все, взорвали. Вот эта штука, я не помню, как она называется. Которая съедает эти нагробные плиты. Plant. Так, сажай. Eat on grave to remove the grave. Сажай его на плиты, чтобы их убрать. Да, уничтожить. Да, прошли мы эти уровни, ребята. Осталось у нас 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы их обязательно пройдем с вами, но уже в других, наверное, роликах. Все, а на сегодня будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Кто посмотрел до конца, обязательно поставьте лайк этому видео. Напишите комментарий. Я вас всех люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока.